Здравствуйте. А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. 65-летний новоуренгоец попал под машину. 16 сентября в 19 часов и 40 минут на улице Таежная водитель на «Тойоте» совершил наезд на мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в отделение реанимации. В Муравленко в ДТП пострадал пассажир иномарки. На перекрестке улиц Школьная, Восточная водитель за рулем Kia не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате пассажир Kia госпитализирован. В Новом Уренгое автоинспекторы задержали сразу двух водителей без прав. Один из них ранее был лишен водительского удостоверения за грубое нарушение правил дорожного движения. В отношении автомобилистов составлены административные материалы. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку. В селе Горки произошел пожар в частной хозяйственной постройке, расположенной на улице Республики. Возгорание оперативно ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники противопожарной службы ИНАО. Пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются. В Новом Уренгое женщина вовлекла своего несовершеннолетнего сына в совершение кражи. Женщина нашла в магазине чужую банковскую карту и отправила ребенка за покупками в другое место. Мальчик потратил с карточки 4000 рублей. Теперь женщине грозит уголовная ответственность. В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в краже. По версии дознавателя, он пришел в комиссионный магазин со своим приятелем. Пока его товарищ и продавец оформляли товар, злоумышленник воспользовался моментом и похитил с прилавка продаваемый смартфон. Украдено, изъято и возвращено в торговую точку. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. 49-летняя жительница Салехарда стала жертвой мошеннической схемы «Я твой босс», из-за чего лишилась 2 миллионов 580 тысяч рублей. Злоумышленники запугали женщину проверками и возможным преследованием по факту подозрения в пособничестве террористам. Под диктовку лжесотрудников ФСБ северянка взяла в кредит крупную сумму и перевела ее на безопасные счета. Возбуждено уголовное дело. В окружной столице произошел еще один случай мошенничества. 21-летний мужчина хотел купить автомобиль и нашел объявление в соцсети. Машина стоила 50 тысяч рублей. Салехардец написал продавцу, а тот убедил внести деньги авансом. Мужчина перевел всю сумму на указанную банковскую карту. Позже он попытался связаться с продавцом, но тот перестал брать трубку. Потерпевший написал заявление в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.